Кажется, у Ольги Бузовой замаячила на горизонте новая песня. Вчера бывший муж певицы выложил в свой инстаграм свадебное фото. Дмитрий Тарасов в третий раз связал себя узами брака. На этот раз выбор футболиста пал на модель Анастасию Костенко, с которой он почти уже год в отношениях. Кстати, поговаривают, что Настя беременна, и поэтому свадьба случилась так скоро. Это событие не оставило без внимания Ольга Бузова. Сразу после того, как Тарасов выложил фото из ЗАГСа, певица поделилась видео, на котором поет свою песню Wi-Fi, и предложила подписчикам записать на нее каверы. А чуть позже запостила фото с книгой и многозначительно написала. Решила перечитать одно из самых любимых произведений Федора Михайловича «Идиот» о несчастном купце Парфене и содержанке Настасье.